рамках темы «Форум реального бизнеса» 6 февраля бизнес-клуб «Infox» провел очередную встречу, ставшей 119-м общим мероприятием резидентов бизнес-клуба «Infox». Мероприятие прошло на площадке студии «Олло Хаус», где была представлена кампания по продвижению бизнеса в социальных сетях «Motivation Studio». В мероприятии приняли участие представители более 20 компаний, а именно более 50 руководителей и топ-менеджеров. Как подчеркнул генеральный директор информационного центра «Infox» Денис Парменов, данные встречи проводятся для развития бизнеса в Кыргызстане. Второе мероприятие в 2019 году, 119 по счету за 3 года подряд, которое мы проводим специально для бизнесменов Кыргызстана, для того, чтобы каждый бизнесмен мог продвигать свой бренд, свое коммерческое предложение, которое он внедряет на рынок, более активнее, более конкретно и более реально направляя свое предложение к тому или иному бизнесмену. Площадка бизнес-клуба «Infox» для этого и создана, чтобы мы могли вместе собираться, объединяться и быстро, оперативно решать те или иные вопросы в части бизнеса. В современном мире секрет успешного бизнеса заключается в его продвижении в интернете. Директором Motivation Studio был проведен практический воркшоп по эффективному пользованию Инстаграма. Также Сусана Тимиржанова отметила, что после интерактива участники встречи научатся азам продвижения в интернете. Сегодня мы организовали мероприятие, на котором хотели бы презентовать нашу философию работы в соцсетях и провести эффективный практический воркшоп, где наши гости сразу смогут попробовать некоторые тренды соцсетей и уже уйти от нас с оформленными аккаунтами и с новыми знаниями. В ходе встречи участники-партнеры бизнес-клуба «Infox» обменялись визитными карточками. Каждый бизнесмен имел возможность представить свою компанию и найти партнеров для дальнейшего взаимного сотрудничества. Подробнее о компаниях рассказали их представители. Открытое акционерное общество «Айлбанк» осуществляет свою деятельность на территории Кыргызстана уже на протяжении 23 лет. Мы представлены во всех регионах, самая широкая филиальная сеть, 33 основных филиала, 189 точек обслуживания. Помимо сложившегося мнения уже на протяжении долгих лет, что мы предоставляем в основном только агрокредиты на развитие сельского хозяйства, хотим сказать, что мы также предоставляем традиционные банковские услуги, такие как депозиты, денежные переводы. Мы занимаемся индор-видеорекламой в международном аэропорту Манас. У нас там расположено наше оборудование, это LED-экраны во всех ключевых точках нашего аэропорта Манас. Мы приехали специально сюда из Москвы на бизнес-конференцию «Infox Club». Девиз нашей компании – инновации, охват, аналитика, результат. Если, коллеги, вам нужна хорошая реклама, хорошее продвижение вашего бизнеса, то V-Media Group всегда готова вам в этом помочь. В завершении встречи среди участников мероприятия были разыграны подарки и скидки от партнеров бизнес-клуба «Infox». Бизнес-клуб «Infox» – это площадка, где укрепляют деловые связи и находят партнеров, общаются в высокопрофессиональной сфере, делятся своим опытом и успехами. Здесь каждый бизнесмен находит для себя то, что важно ему. Бизнес-клуб «Infox» – клуб надежных партнеров.